какие звезда родилась. Для моего выступления, как всегда, всем до лампочки. Может быть, мне просто не дано? Если таланта нет, то как ни старайся, он не появится. Вашего голоса. Эйко, прошу вас, поверьте в себя. У вас есть дар передавать свои чувства окружающим. Многие могут не замечать этого, но поверьте мне. К тому же, если вы бросите сцену, то расстроите своих поклонников. Будто они у меня есть. А кто тогда стоит перед вами? Поэтому позвольте стать вашим стратегом. О чем вы мечтаете? Я в вашем распоряжении. Я с радостью помогу вам всеми моими скромными знаниями. Распоряжение? Блин, ну так нечестно! Ну, теперь мне хочется постараться спеть еще лучше. Когда благоволят и небеса, и время, а сил уж нет, попроси помощи ближнего. Иными словами, сейчас у нас острая нехватка человеческих ресурсов. Людей? Именно. Нам нужен кто-то с вайбом. Вайбом? Тот, чей флоу потопит врагов, как цунами. Флоу? Нашим рядам сейчас необходим мощный рэпер. Собаки, я Наруто Узумаки, да, и кстати, я будущий Хокаги, у меня все круто, я же все-таки Наруто ненавижу Оричимару и Кабуто, но я много джутсу, ненавижу Буцы, лучше клонов из Рингана не найдутся, у меня фанаты, плюс я люблю Хинату, немало друзей и однокомнатная хата. Давным-давно жил господин по имени Вэнь, который заложил основу государства Джу. Чего? С такими чудаками лучше не связываться. Ахэм. Я бы хотел, чтобы вы присоединились к некопевице на одном мероприятии. Такому умелому господину, как вы, нужен союзник. Будь то певец или диджей. Неинтересно. И вообще, я уже завязал с рэпом. А
Ожидание кончилось! Настало время для особой дуэли! Сейчас на ваших глазах произойдет батл между двумя легендами! Несмотря на то, что это моя первая рэп-дуэль, мое поражение в ней совершенно и абсолютно немыслимо. Говоришь первый раз? И уверен, что победишь? Посмотрим! Дайте микрофон! Хочешь битвы? Ты ее получишь! Жил-был на свете Антон Городецкий. Бросила жена, он грустил не по-детски. Пришел к колдуне, а ну-ка наколдуй мне. Легко, мой хороший, только хлопну в ладоши. Мое имя Анг, я аватар. Меня крыса накурила, я суперстар. У меня есть друзья, моя суперкоманда. Мы крутики, потому что мы банда. Мне 100 с лишним лет, я несу бред. Дайте мне совет, я... Возможно, с моей стороны проигравшего это будет неучтиво, но позвольте мне молвить вот что. Присоединяйтесь к нам, дабы при помощи удивительной силы музыки покорить весь мир. А? Чего? Весь мир? Мир, значит. И все-таки ты странный. Хотя, ты мне нравишься. А так что я с вами. Надеюсь на плодотворное сотрудничество, Кабитайджин. Песня. Вот только что мне сделать, чтобы найти меня? Что там было в плане Кунмина? Разрешение на уличное выступление, да? Он хочет, чтобы я спела на улице? Это песня. Конечно. У вас есть разрешение на выступление? Нет, нету. Так нельзя. Вам нужно разрешение. Как вас зовут? И что мне делать? Мой ID... Простите меня! Я проспала! Вот наше разрешение! Извините за опоздание! Вы вместе? Да! Если есть разрешение, тогда все нормально. Но постарайтесь особо сильно не шуметь. Конечно! Спасибо за бдительность! Скажи, кто ты? Ой, прости, что побеспокоила! Я просто хотела послушать, как ты поешь! Меня зовут Эйка Цукими! Зови просто Эйка! Ладно. Ну, а я Нанами. Скажи, а как у тебя получается так потрясно петь, а? Просто у меня очень много опыта. Опыта? Да. Я поняла! Чтобы стать лучше, я просто должна продолжать петь, так? Да, именно. Буду рада тебя научить, если хочешь. Правда? Спасибо! Я должна выйти за свои рамки и узнать новые способы самовыражения. Эйко, попробуй на пол октавы повыше. Пол октавы? Поняла. Если добавишь акцентов, пение станет ярче. Хорошо. И не забывай про интонацию. С ней голос станет выразительнее. Поняла. Ты что-то уже долго гадаешь. Вон есть плохие знаки? Нет. Сулит ли он нам успех или все же неудачу? Мне пока не гадался. Лишь знаю, что судьба состоит из взлетов и падений. Поздравляем с победой! За Саммер Соня! Кунмин! Так вот, куда ты делся? А, это вы, госпожа Эйма. Что вас привело? Там вечеринка в самом разгаре. Да. Но что ты сам тут делаешь? Дышу свежим воздухом и наслаждаюсь своим праздничным напитком. Однажды я загадал желание, чтобы моя новая жизнь была тихой, мирной, и чтобы она никак не была связана с войной. И вот я живу в этом замечательном месте и наслаждаюсь великолепием музыки.
который одаривает меня воистину талантливый мастер. Блин, опять ты меня смущаешь. Как ваш стратег, я буду и впредь сопровождать вас на пути к вашей мечте, госпожа Эйко. Пусть пока мои мечты начинают обретать форму, но я рассчитываю на тебя. А, вот вы где! Хабы? Что случилось? Все хотят услышать Дримера. Толпа сейчас взорвется. Ну же, идем скорее. Да. Давай с нами, Кунмин. Вы ждали этого? Эйко! Уже здесь! Эйко! Ну что, народ, зажжем? Тусовщики, звезда родилась.